Добрый день, глубоко уважаемый президиум, дорогие коллеги. Ну, мне, в общем, достаточно сложно выступать, потому что я клинический онколог или химиотерапевт, как в нашей стране говорят. И для меня все-таки канцероматоз, брюшины, у меня некое отношение человека, который занимается системным лечением. И я постараюсь сказать свою позицию с этой точки зрения, наверное, человека, который достаточно долго работает именно в системной терапии, в системном лечении, и очень сложно для меня понимание некоторых вещей локальных. Ну, я хочу начать с терминологии, потому что, в общем-то, я встретила и канцероматоз, это от английского слова cancer, канцероматозис, или карциноматоз, это от латинского карцинома. Все это одно и то, и другое, в общем-то, соответствует первичному или метастатическому поражению париетальной висцеральной брюшины. А опухолевое поражение брюшины первичное бывает не так часто. Это мезотелиомы, первичные мезотелиомы брюшины, первичные перитониальные карциномы, перитониальные саркомы, доброкачественные опухоли. Ну и чаще всего это метастатическое поражение брюшины. Очень часто проявлением является рак яичников, опухоли желудочно-кишечного тракта. И это чаще всего рак желудка, колоректальный рак, рак аппендикса, поджелудочной железы и так далее. Существует несколько теорий развития канцероматоза брюшины. Это теория развития разрыва опухоли, прирастание опухоли серозной оболочки, возможно, распространение клеток на брюшину. И это как раз и говорит о, может быть, местном распространении, о местном проявлении изменений на брюшине. Теория секреции. Опухолевые клетки и микроокружение секретируют вещества, факторы роста, которые делают возможным отрыв опухолевых клеток, их имплантацию в брюшину. Теория молочных пятен. Теория имплантации, утрата связи групп опухолевых клеток с первичной опухоли и разнос по брюшине за счет поврежденных кровеносных лимфатических сосудов. Например, при лапароскопическом доступе при раке желудка это бывает в 10-25% случаев, при лапаротомическом доступе 45-60%. Вот наш хирург, очень профессор Юдин, так писал: на вскрытии умершей больной обнаружено сплошное просовидное обсеменение раковыми клетками всей париетальной брюшины и брюшеек, чего ни малейших следов я не видел при операции. Канцероматоз брюшины существует ее классификация. Классификация, я считаю, что ни одна, ни другая, и есть еще множество, которые не отвечают вообще тем параметрам, по которым бы мы могли определять те или иные изменения. Есть японская, выделенная японская ассоциация по изучению рака желудка в 98 году, когда есть просто простое P1, P2, P3, ограничение поражения, несколько отсевов, множественное поражение. Есть европейская, это европейская ассоциация по изучению колоректального рака в 2000 году, они определяли размер диссеминатов, но та или иная другая классификация, она как бы действует на сегодняшний день. В чем вообще клиническое значение канцероматоза брюшины? В чем значение вот этого распространения злокачественных клеток по брюшине рассматривается как неблагоприятный с точки зрения прогностический фактор вообще? Если у больного есть канцероматоз, то это всегда плохо. Почему? Потому что считалось, что это плохо поддается хирургическому лечению, системная химиотерапия не проникает туда в связи с определенными анатомическими ситуациями, снижается качество жизни, ожидаемая продолжительность жизни, естественно, не очень высокая. И при нелечении эти больные погибают достаточно быстро. Существует несколько лечебных опций. Первое, конечно, то, что мы, наверное, должны обсудить, это хирургическое лечение. И мне часто задают этот вопрос. Циторедуктивная перитонектомия, когда удаляется брюшина, и лекарственная терапия, начиная с системной терапии и внутрибрюшинного введения, как норма температурного, так и то, о чем говорили, гипертермическое или ХИПЭК. Что влияет на выбор лечения с точки зрения клинического онколога? Как мы относимся к этому процессу? Если это местный процесс, то это местное лечение. Если же это системный процесс, то это, естественно, приоритет за системным лечением. И как ни странно, вот есть обоснование к циторедуктивным операциям, который, в общем-то, основоположником является Шугабекер, человек, который считает, что брюшина – это резектабельный орган. Брюшина – это орган для локорегионального метастазирования, а не дистанционного. И возможность есть полной циторедукции, то есть полностью удаление всех очагов, которые видны по брюшине.
Этапы перинеоктомии достаточно, перитонеоктомии достаточно сложные для меня как химиотерапевта. Я, честно говоря, вот, ну, такой объем, достаточно серьезный объем. Это резекция, это 6 этапов. Операция длится даже в хороших руках Шугабейкера, наверное, тоже часов 10. Вот, наверное, Вадим Викторович расскажет об этом. Он у него был в клинике, да, насколько я знаю. Это резекция верхнего левого и правого квадранта брюшной полости. Это удаление большого сальника и селезенки, удаление малого сальника, брюшины сальниковой сумки, холецистоктомия. Резекция тазовой брюшины с возможным удалением у женщин матки с придатками. Резекция сигмовидной кишки с брыжейкой. Удаление париетальной брюшины, боковых каналов и передней брюшной стенки. Операция достаточно массивная. Показания. Это, в общем-то, здоровые люди. ЭКОК 0, ну, 1, maybe. Отсутствие каких-либо других метастазов. Очень высокая квалификация хирурга оперирующего, потому что нужно стремиться к полной циторедукции, и это уже показывали, что, в общем, это очень важный критерий для перинеоктомии, перитонеоктомии. Высокий уровень оснащенности медицинского учреждения, это анестезиологическое и реанимационное пособие. Пациента убивает то, что не видит хирург, поэтому степень поражения брюшины определяется интраоперационно, чаще всего ляпароскопия, и определяется индекс перитониального канцероматоза, его значение тоже сказали. Вовлечение определяется вовлечение тонкой кишки, вовлечение лимфоузлов ворот печени. Индекс перитониального канцероматоза, я чуть-чуть расскажу, существует 4 группы. Считается он очень просто. Так скажем, мысленно делится брюшная полость на 13 зон, и в каждой зоне смотрятся очаги, которые суммируются их размеры, и определяется таким образом индекс перитониального канцероматоза. И считается, что это очень серьезный прогностический признак, если больше 12-3-летняя выживаемость равна нулю. Если 19, то 6-месячная выживаемость равна нулю. Ну, и поэтому это является критерием отбора для локального лечения. Не до операции, а во время операции это определяется. Кроме того, существует выделенный Шугабейкером индекс полноты циторедуктивных операций. И, в частности, нет видимых резидуальных опухолевых изменений. Когда, ну, по сути, R0 резекция, да? То есть полная циторедуктивная операция или оставшиеся какие-то либо очаги по размерам. И это влияет на показатели выживаемости, как при колоректальном раке, при раке яичников и при любой другой опухоли. Об этом тоже сказал предыдущий докладчик. Кого не берут? Ну, конечно, с массивной инфильтрацией, с метастазами другие органы, выраженная сопутствующая патология, низкий функциональный статус. То есть те самые онкологические больные, которые мы с вами чаще всего и работаем. Какие плюсы от такой циторедуктивной операции? Ну, конечно, вообще уменьшение объема опухоли в онкологии – это всегда хорошо, это замечательно. Это уменьшение симптомов заболевания, может быть, создает условия для проведения химиотерапии. Но увеличение показателей выживаемости при условии, что есть классная клиника и классный хирург, при циторедукции нулевой. То есть нужно удалить ноль, сделать резекцию, полную циторедуктивную операцию. Минусы – она вообще не всегда выполнима. И в некоторых исследованиях это 16-20%, 28%. Но это, еще раз повторяю, это в хороших таких оснащенных клиниках с хорошими руками хирурга. Все остальное, прибавки в общей выживаемости, такая операция не дает. Операция, как я уже сказала, идет 6 этапов. Я чуть позже потом скажу, она идет длительно, с кровопотерей и так далее. Зависимость от оснащенности центра и опыта хирурга и осложнения при удалении больших размеров конгломератов, это стомирование и кровопотеря. Вот взгляд мой, наличие канцероматоза брюшины при любой солидной опухоли и малого таза, желудочно-кишечного тракта и малого таза – это диссеминированный процесс. Приоритет, безусловно, за системным лечением или комбинированным лечением, и нет подтверждения в клинических рандомизированных исследованиях эффективности, и то, что говорили на сегодняшний день, идут только исследования, которые бы хотели определить место такой операции. Следующее – это лекарственная терапия, интраперитониальное введение химиопрепаратов, низкая проникающая способность. Фармакокинетика цитостатиков предполагает обязательное участие ферментов печени в обычных условиях. Исключение составляет рак яичников, показана прибавка, но об этом будет говорить, наверное, Константин Джамильевич. Я всего несколько слайдов по раку яичников, рака яичников коснусь. Показана прибавка от 10 до 16 месяцев в показателях общей выживаемости при сочетании системной химиотерапии. Интраперитониальное введение химиопрепаратов на фоне гипертермии впервые было опубликовано Спратом в 80-м году. Он сообщил о возможности такого метода при псевдомиксоме брюшины.
основана на синергизме температурного воздействия, цитостатического действия химиопрепаратов. При нагревании препараты проникают внутрь брюшины, хорошо проникают митомицин С, С-оксалипатин, доксорубицин, цисплатин, паклитоксел, ринотекан. И наиболее хороший эффект считается, что циторедукция и ХИПЕК. Существуют факторы прогноза для ХИПЕК. То же самое, это достаточно больные, выбранные, нет экстраабдоминальных метастазов. Если есть метастазы абдоминальные, то это должны быть очень маленькие, удалимые, например, метастазы в печени. Это удовлетворительный статус, нет признаков билиарной уретральной обструкции, нет признаков кишечной непроходимости, и индекс перитонеального канцероматоза не более 10. Особенности канцероматоза брюшины при колоректальном раке. Мы, в принципе, должны все-таки с точки зрения клинической онкологии смотреть, какой гистогенез, какой фенотип опухоли. Что происходит при колоректальном раке? Ну, во-первых, за системное лечение говорит то, что все-таки 90% больных колоректальным раком, например, в отличие от рака яичников, имеет сочетанное поражение брюшины с другими органами. Встречается изолированное поражение брюшины только в 2% по данным исследования. Химиотерапия и таргетная терапия плюс циторедуктивная терапия, циторедуктивная операция увеличивают медиану выживаемости по сравнению с BCG-ПОТИВК или наилучшей. Ну, мы помним, да, 80-е годы, когда мы не знали вообще, чем лечить этих больных. А сейчас мы говорим о 48 месяцах продолжительности жизни у больных метастатическим колоректальным раком. В связи с этим системное лечение у этих-то больных, оно, в общем-то, по большому счету есть. И мы знаем, чем лечить в первой линии, второй линии, третьей. Сейчас уже говорим о четвертой линии. С точки зрения локального лечения, ну да, 2% изолированного поражения, возможно, можно делать перитонэктомию. Иногда бывает проведение системной химиотерапии, ограниченной из-за возможной кишечной непроходимости. Есть два таких крупных анализа, у меня нет доступа, я не являюсь никаким экспертом, я это нашла из литературы, достаточно исследование Франка, это мета-анализ, они брали два исследования, больше 2000 больных, это перитонеальный канцероматоз при колоректальном раке. Что они выявили? Вот те самых всего 2% из 2000, 2100, всего 2%, ну 2,1% больных, 44, которые имели изолированный канцероматоз. Канцероматоз брюшины, да, показатели выживаемости, конечно, хуже по сравнению с метастазами других локализаций, причем это было значимо. Да, П. Пятилетняя выживаемость при этом у больных с канцероматозом были больные, которые имели 4% пятилетнего, значит, какие-то больные были благоприятные все-таки. Те, которые имели канцероматоз. И при оценке схемы химиотерапии с ринотеканом они были менее предпочтительны, чем схемы с оксалипатином. Второе такое исследование, которое, в общем, тоже обсуждается, оно не такое большое, но это исследование смотрелось, так скажем, ну, мы любим говорить исторически, но просто монорежим лейковарина с 5 турацилами, только 6 больных получали ринотекан по сравнению с циторедукцией и ХИПЕКом. Медиана общей выживаемости, вот когда видишь такие цифры по сравнению с этим, думаешь, ну вот здорово, но почему-то как-то вот не лежит душа к этим цифрам, не знаю почему. При этом, смотрите, когда делается 0 резекция, 32 месяца, и в этой группе больных пятилетняя выживаемость 45%. Представляете, половина больных живут больше 5 лет. Больных с канцероматозом после вот такой методики, ну просто волшебство какое-то. При этом операция длится 10-12 часов, кровопотеря 4 литра, госпитализация примерно 30 дней, послеоперационная летальность 8%, а смотрите, объем нульной резекции 37%. То есть не всех больных-то можно прооперировать, которые получили вот такую пятилетнюю выживаемость. Значит, это опять подобранная какая-то группа больных. И очень интересный Зальц сделал анализ этих исследований, о которых я вам говорила, и он задал себе вопрос, и вопрос, наверное, всем исследователям, кто те больные, 4%, которые прожили более 5 лет с перитонеальным канцероматозом при колоректальном раке? Кто те больные, 6%, которые прожили более 5 лет с множественными метастазами? Кто те больные, 37%, которым удалось сделать полную циторедукцию и получить пятилетнюю выживаемость 45%? По всей вероятности, мы не можем просто так выбирать больных, и в одном исследовании одни, в другом нужно выделить биологические формы, дополнительные факторы прогноза. Четкая классификация может привести к ответам на эти вопросы. И на сегодняшний день, как бы как таково, таких исследований четких сказать невозможно. Но посмотрите, вот смотрите, Фолфокс, Фолфири, да, вот кто клинические онкологи, мы знаем 40
месяцев, а здесь 16, 9. Откуда? Откуда такая эффективность современной химиотерапии? Но по сравнению с ХИПЕКом и операцией, посмотрите, 34 месяца, 38. Но мне кажется, что вот самое интересное, что, может быть, этот метод завоюет, может быть, какую-то свою нишу, это радикальная операция, например, местно распространенного рака ободочной кишки, ДЮКС-С, плюс ХИПЕК адъювантно те больные, у которых были положительные смывы. И вот против плацебо. И посмотрите, пятилетняя выживаемость 88 против 40. Вот эта цифра очень, ну, истинная, третья стадия, операция радикальная, примерно пятилетняя выживаемость. А здесь 88. То есть, по всей вероятности, вот это стандартом точно должно быть, делать смывы из брюшной полости у больных, когда хирург находится в брюшной полости, для того, чтобы, возможно, определить возможности ХИПЕКа именно у этой категории больных. И очень интересный такой обзор, который написал Кхатри из Соединенных Штатов Америки, циторедуктивная операция гипертермической интерпретационной химиотерапии при колоректальном раке. Это панацея или все-таки обман для больного? Результаты исследований неоднозначны. Нет единых признаков отбора больных для процедуры, нет стандарта проведения процедуры. Кто температура 39, кто 43, кто 42, кто витамин С, кто элоксатин. Разная квалификация хирургов, без учета молекулярных факторов прогноза, высокие результаты за счет отбора, возможно, кому, кто, где и когда делал эти мероприятия. Канцерматоз брюшины при колоректальном раке, взгляд химиотерапевта. Поражение брюшины крайне редко бывает изолировано. Перитонектомия плюс-минус ХИПЕК требует очень высокой квалификации хирурга и оснащенности. Редко возможность проведения резекции объема нулевого. Метастатическая метастаза брюшины в сочетании с метастазами других локализаций – это диссеминированный процесс и приоритет, безусловно, за системным лечением в соответствии с молекулярными генетическими фенотипами опухоли. Высокая эффективность системного лечения при колоректальном раке, надо не забывать, что все-таки это не химиорезистентная опухоль, например, как рак желудка. Это все-таки на сегодняшний день химиочувствительная опухоль. И системное лечение дает достаточно высокие показатели при правильном ее планировании. Возможно, использование этого метода будет в адъювантном режиме в группах высокого риска рецидива, это научно-исследовательские работы. Возможно, для этой категории больных ХИПЕК будет и предопределен. Рак желудка, у меня осталось несколько слайдов. Что вообще о раке желудка на сегодняшний день? Основной метод лечения хирургический. Химиотерапия системная, к сожалению, на сегодняшний день нет золотого стандарта, и есть множество СВЕМ, которые не увеличивают показатели выживаемости метастатического рака желудка более чем на 12-14 месяцев. Благодаря совершенствованию хирургического пособия увеличилась резектабельность, уменьшилась послеоперационная летальность, но у половины пациентов, которым опухоли были совершенно добросовестно, радикально прооперированы, в течение года выявляются отдаленные метастазы. Так, пятилетняя выживаемость раннего рака желудка в Соединенных Штатах Америки меньше 30%, в Японии меньше 70%. Для меня это загадка, но, в общем, так оно есть по данным литературы, это вот говорилось на АСКО 2015 года. Канцероматоз брюшины гораздо чаще перитониальная диссеминация при раке желудка, чем при колоректальном раке. Поэтому мы не должны объединять колоректальный рак, рак желудка, рак яичника. Это совершенно разные проявления. Поражение брюшины 10-20% потенциально резектабельных больных уже. Идет хирург на операцию, резектабельный видит уже поражение брюшины. 70% при диссеминированной стадии. Часто сочетание поражения брюшины с локорегиональным рецидивом. Имплантационное поражение брюшины увеличивается в зависимости от объема лимфодиссекции. D1 больше 30%, D2 больше 50%. Ожидаемая продолжительность жизни также не очень высокая у больных, у которых есть канцероматоз брюшины при раке желудка. Множество исследований, которые дают те же самые большие показатели, красивые показатели исследования ХИПЕК операции против операции, но это исследование Венемура, который увеличивает пятилетнюю выживаемость Т2, Т4 с помощью вот этого метода до 61%. Если в клиниках, например, в Соединенных Штатах Америки, ранний рак после операции радикально меньше 30%. Откуда? Вот это какая-то, наверное, я не знаю, подобранная группа или не знаю. Для меня просто, читаешь и думаешь, надо же, это просто панацея на самом деле, а панацея ли? Исследование КИМ, то же самое, очень высокие показатели выживаемости, исследование Глехина в 2000 году, но при этом... При раке желудка, моя позиция, я считаю, что лечение распространенных форм рака желудка неудовлетворительно, неоднозначно вообще.
для рака желудка. Рак желудка на сегодняшний день, ну так скажем, полубелый лист для нас в онкологии. Поэтому возможно использование циторедуктивной операции с ХИПЕКом в отобранных группах больных в отдельных центрах может приводить к увеличению показателей выживаемости. Однако данные неоднозначно, они варьируют. Пятилетняя выживаемость там, от 20% до 78%. При использовании системной химиотерапии медиана общей выживаемости не больше 12 месяцев. Я вот говорю каждый раз после своей позиции, что возможно, может быть, можно где-то использовать этот метод, но, наверное, при радикальных операциях для профилактики канцероматоза. Но это опять исследовательская пока работа, это не может быть стандартом, хотя ХИПЕК, циторедуктивная операция, он принят во многих странах, в частности в Германии, в Австралии, принят как стандарт лечения таких больных. Я не буду останавливаться на канцероматозе при раке яичников, потому что Константин Джамильц будет об этом говорить, но это вообще симптом этого заболевания. Но здесь надо не забывать, что системная терапия, в отличие от рака желудка, очень эффективна. Первая линия может быть до 70-80%. И отказываться от системной терапии этой категории больных, несмотря на то, что канцероматоз, ну просто нельзя. Кроме того, просто обычная внутриперитониальная химиотерапия приводит к увеличению показателей выживаемости этой категории больных без высоких температур. Просто вводят внутриперитониально. Я не знаю, каким образом там сосуды при раке яичников расположены, но это проходит почему-то. По всей вероятности, потому что это чувствительная опухоль к химиотерапии. Поэтому здесь, ну, для меня с точки зрения, это, в общем, однозначно сначала системная терапия. И таким образом... Брюшина – орган со своеобразной анатомией и физиологией. Возможно, из-за отсутствия выраженной сосудистой сети доступность стандартной внутривенной химиотерапии стандартной невысока, исключение рак яичников. Локальные методы в сочетании с системной химиотерапией обеспечивают эффективность лечения, увеличивают показатели безрецидивной и общей выживаемости при условии, что единственная локализация метастазов – это брюшина. Но вы сами понимаете, что это бывает крайне редко. Применение сочетания локального метода, особенно ХИПЕК, сочетание системной полихимиотерапии без нее ограничено из-за высокой токсичности, риском развития осложнений и должно производиться тщательный отбор пациентов, которые, в общем-то, выигрывают от подобного выбора. Истинное метастатическое поражение брюшины – это диссеминированный процесс. И как бы коллеги не хотели хирурги, это все-таки приоритет за системной терапией, это мое мнение. Циторедуктивная операция в объеме перитонектомии при метастатическом поражении брюшины – это все-таки предмет научно-исследовательских направлений. Возможно, ее внедрение в практику для первичных опухолей брюшины и будет, в общем-то, наверное, логичным. ХИПЕК – предмет тоже научно-исследовательских направлений для оценки возможности использования профилактики послеоперационного канцероматоза при положении смывов. И не существует на сегодняшний день доказательной базы по поводу эффективности применения соответственного локального и системного подходов по сравнению с современными схемами химиотерапии. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Я думаю, каждый хирург, который хочет заниматься циторедуктивной химиотерапией, должен прислушиваться к такому взгляду химиотерапевта. Спасибо большое. Какие вопросы? Maybe just one comment. Can you understand me? Okay. Thank you very much for your. I think we, as I said, it's very important that we work together in this field. And there are two things important here. As I said, patient selection is crucial. So what we have said doesn't work with all patients. And I agree with you that those patients that are not good candidates are the ones where we have 4 liter blood loss and big morbidity. That doesn't happen now. That's part of the past. It's part of the past. So that shouldn't happen any longer. And on the other hand, systemic therapy, as I have put in my slide, is an integral part of this approach. So in colon cancer, in gastric cancer, in ovarian cancer, of course, it is part of this. Not in pseudomyxoma, doesn't work, but of course, systemic therapy.